Всем привет, с вами я, Ростовский Тел, и сегодня у нас жизнь русского пацана, да. Также я живу в Краснотурьевске, и я работаю водителем трамвая. Сейчас я покажу, как я работаю. Вот мой трамвай. Я сажусь, всегда на нем и езжу. Как на нем ездить? А, все. Только есть минус, тут он трясется. И также я вам расскажу, где находится дачник. Дачник сейчас находится в Москве. Он отдыхает в Москве. Ну, все, он туда переехал. Говорит, живет там нормально, все хорошо. Короче, все такое. У него там все хорошо, там все под контролем. Ну, также ездит еще на пятнашке, на бэх он себе не накопил. Но он хочет, да, себе там какую-то там BMW купить. Эту X7 себе хочет купить, такую терную. Кажется, дачник сейчас находится в Москве. Он был в Улан-Удэ, потом из Улан-Удэ в Иркутск, из Иркутска в Новороссийск, из Новороссийска в Москву. Вот такое у него было, блин, путешествие по городам. Не, но сам хотел вообще в Москву, либо в Омск. Там в Краснотуринске вообще неудобно жить. Хотел вот в Москву переехать. Ну вот, денег нету. Ну как, зарабатываю, конечно, хорошо, но все равно денег не хватает. Также у дачника там, ну он, в принципе, у него сейчас 900 тысяч рублей. Но себе там кто хочет BMW купить, X7, а ему надо 11 миллионов, кажется, ему все равно не хватает. Как что, как-то так. Короче, вот, кажется, он сейчас хочет себе купить BMW X7. Копит деньги потихонечку, я себе хочу купить... Ладу Аркус, или я не знаю, что пока что. Ну, или там Hyundai Cerealis. Хотя он дешевле, чем Niva Travel. Потому что Niva Travel я покупал за 1 миллион. Как что, как-то вот так. Как что, вообще Cerealis дешевле. Смотря какой новый, старый. Я хочу такой 2017 года. А он дешево. В принципе, почти стоит. Ну как? Для меня дешево. Почти дешево. 900 тысяч рублей. Ну, примерно сколько сейчас денег у дачника. Ну, можно там найти варианты за 700. Я думаю, тысяч там же 800 где-нибудь. Где-нибудь можно такие вот варианты найти, я думаю. Я думаю, это не составит какого-нибудь там труда. Просто и все. Короче, вот. Да, также я вам не скажу установки, но скажу потом. Я буду много снимать про свою работу. Ну, как получится. Вообще в Краснотурьевске хорошо живется. Ну, почти. Также это самый маленький город с трамваями. Краснотурьевск — это маленький город, в котором есть трамваи. Потому что если бы не было, то я бы на работу водителем автобуса или таксовал. Когда зарплата такая средняя, но это ж такой, можно сказать, провинциальный городок. Как-то зарплата там такая средняя, ну я получаю там. Нет. Ну у меня еще ж плюсом дачник там дает, дачник там какой-то уже бизнес завел. Недвижимость. Он, кстати, эту не выкупил. Ну, сам пока тут на пятнашке катается. Так, все, вот. Все, это конечная, можно считать, тоже. Трамвайное депо. Все, сейчас я вам покажу, где я живу. Эту квартиру мне, кстати, подарил тоже дачник. Все, сажусь в машину, сейчас я вам покажу. Так, включаю свет, все, поехали. Так, ну, это... Ну, дом почти находится близко от моей работы. Кажется, не знаю, почему я езжу на машине, а не пешком. Потому что я странный. Все, приехал. Смотрите, вот первый подъезд. И я живу на последнем этаже. Вот последний этаж, и там я живу. Вообще, живу я хорошо. Как что, вот. Я русский пацан. Русский парень. И я буду снимать... Все про Краснотурьевск и про себя. Ну, а я буду на этом прощаться. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.
И также пишите комментарии. Ну, а с вами был я, Ростовский Тиал. И всем пока-пока. До встречи.